Первый открытый окружной фестиваль театров и спектаклей малых форм «Проходной двор» приурочили ко Дню города. И это событие станет, по словам художественного руководителя драматического театра «Большое гнездо», важнейшим явлением социально-культурной жизни нашего города и в сфере сотрудничества с другими театрами. Приедет 5 спектаклей. Это театры из Москвы, Сергиева Посада, из города Долгопрудный, Лобня и Пушкина. Спектакли будут идти практически нон-стопом. В основном это детские постановки. Хронометраж приблизительно 50 минут, 60 минут. Потом быстрая перестановка и следующий спектакль. И где-то с 12 до 18 часов вечера мы хотим и детскому зрителю, и взрослому показать 5 интересных постановок. Совершенно бесплатный, естественно, фестиваль. То есть все зрители могут смотреть спектакли хоть все 5. Пожалуйста, милости просим. И, конечно, ввиду того, что он проходит именно в День города, хочется подарить как можно больше положительных эмоций, поэтому у нас будет показано 4 детских спектакля, 1 вечерний, то есть как можно больше радости, солнца в этот уходящий летний день. Организаторы первого открытого окружного фестиваля театров и спектаклей малых форм дают уникальный шанс другим театрам представить свои работы на нашей сцене, на суд дмитровского зрителя, критикам, режиссерам и другим театральным деятелям. Так как спектакль проводится в один день, конечно, сложно пригласить театры из далеких городов или зарубежья. Поэтому были приглашены в основном театры Подмосковья, наши друзья. Номинаций будет 11. Это лучший спектакль, это лучшая режиссура, это лучшая сценография, музыкальное оформление, приз зрительских симпатий, лучшая мужская, лучшая женская роль, лучшая мужская, лучшая женская роль второго плана, лучший ансамбль. Фестиваль «Проходной двор» должен создать единое театральное пространство, которое станет местом обмена культурным опытом между актерами и режиссерами, от которых зависит судьба будущего театрального искусства Московской области. В жюри у нас будет одна из актрис нашего театра. Я думаю, что в качестве гостя приглашенного будет режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Александр Иванов. Поэтому это будет не очень легко, потому что, представляете, да, с 12 до 6 вечера ребятам придется сидеть либо под палящим солнцем, либо под накрапывающим дождем, вот, и отсматривать эти спектакли и принимать в конце решения. Но самое главное – это то, что этот фестиваль будет добрым, положительным. Да, у нас нет задачи как-то жестко критиковать актерский состав того или иного театра, разбивать в пух и прах ту или иную постановку. Нет, мы понимаем, что каждому театру нужна поддержка, помощь и желание работать дальше. Вот все дальнейшие наши фестивали будут строиться именно по этому принципу. Давать как можно больше желания и стимула работать театром дальше. Дмитровчане в этот день смогут увидеть такие спектакли, как «Еще раз о красной шапочке», «Шарабум-шоу», «Белая сказка», «Телеграмма» и необычное путешествие Диснея и его друзей.